Thank you.
Сегодня мы встречаемся с одним из самых значимых, самых достойных, интересных, ярких дирижеров своего поколения. Это Пауво Ярви. Вот насколько важно быть главным дирижером и иметь свой оркестр? Настоящая музыкальная жизнь только начинается тогда, если у тебя есть свой оркестр. Каждый день перед концертом у нас 2 часа репетиция. Даже с репертуаром, что мы 20 раз играли до этого, чтобы это было свеже. Я стараюсь меньше и меньше дирижировать как гость и больше делать работу своими оркестрами. Оркестр становится более гибкий и будет думать так же, как ты. И тогда уже можно делать музыку. Пауво Ярви в авторской программе Ирины Никитиной «Энигма» на телеканале «Культура».